Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует дуэт Виктория и Алексей Кудрявы. Вот первая песня, музыка и стихи Вики, «День сурка», посвященная актуальным событиям самоизоляции, карантина и связанных с этим ограничений, но в веселом ключе. Сидим, пинаем хрен, запас едим, растет живот, жопа бока. И каждый день мы утром встаем, и на работу опять не идем. Не надо рано нам вставать, детей кормить и в сад пихать. Теперь сидим и дружно поем. День сурка, день сурка, день сурка. Ослабли мышцы все, как у старика. Режим, теперь у всех у нас режим, по крайней мере, будем верить пока. Иду на кухню и в туалет, потом привычно уже сделав омлет. Садимся есть, пока лишь то, что может съесть, не превратиться, чтобы в скелет. День сурка, день сурка, день сурка, не можем мы никак достать пропуска. Так почему же нам тебе со всей страной, всей семьей не повалять сейчас дурака? И каждый день наш похож на другой, как будто мир весь застыл под смолой. Застыл, как муха, как червяк, не реагируя никак, как будто он всегда был такой. День сурка, день сурка, день сурка, не видать нам. Неужели завязли, неужели погрязли, нет просвета и нету бока? А потом у нас обычно обед, и опять лишь попросит омлет. Если сделаешь чувство, если сделаешь вкусно, то повысится иммунитет. День сурка, день сурка, день сурка. Если будет много монет.
написал Алексей Кудрявый, музыка его, а стихи нашего общего друга, замечательного поэта Леонида Володарского. Называется «Алый май». Всегда за тобой стремится.
романс на стихи Александра Блока из драмы «Песни судьбы». Музыка Алексея Кудрявого. Когда гляжу в глаза твои, глазами русскими змеи, и руку жму не любя, эй, берегись, я вся змея, смотри, я мигнула твоя и бросила тебя, и бросила тебя. Ты мне остыл, и ты же прочь с другим. Печом хлестну, ступай печом хлестну, попробуй-ка иди в мой сад, стреми в мой чар, пустый взгляд. Сгоришь в моем саду, я вся весна, я вся в огне, не подходи ты ко мне, кого люблю и жду. В самоизоляции сохраняйте спокойствие и хорошее расположение духа. Пока! Пока!